Всем привет, вы на канале Темная Лиса, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Watch Dogs Legion. Мне почти 26-я часть игры под названием «Рынок закрывается». Я желаю друзьям всем приятного просмотра. Если вам друзья нравится мои прохождения с веб-камерой. Еще раз, друзья, вам всем спасибо за поддержку и желаю вам всем, друзья, приятного просмотра. Наша задача в данной миссии именно сейчас – взломать систему наблюдения. Друзья, пожелайте мне удачи, а я вам желаю приятнейшего просмотра, а если вы кушаете, приятного аппетита. Так, друзья, наша получится фигнюшка, которую нужно взломать, находится аж вот тут, друзья. Так, сейчас, вот, друзья. Но у меня нет бота паука, поэтому я, увы, не могу эту штуку взломать бесшумно. Поэтому, друзья, сейчас я буду налево-направо этих дебилов убивать. Вот, кстати, друзья, вроде бы неплохая, красивая девчонка. Сетевой архитектор, я бы с ней замутил, ну, на месте моего героя. Так, друзья, тут дофига раз командир, два командира, три командира, охереть, а. Ладненько, друзья, сейчас я повеселюсь. Кстати, друзья, сейчас в Epic Games совершенно бесплатно, можно раз в сутки забрать уникальную, ну, совершенно бесплатно прикольные игры. Я уже себе собрал одну игрушку прикольную, ужастик, или офигенно бесплатно. Буквально действует скидка, получится совершенно бесплатно, можно забрать любую игру, там 15 дней будет акция длиться. Блин, там игры разные выпадают, разные, реально прикольные игры, и они стоят 1402, там, цены разные, прикольные, друзья. Epic Games халявную прикольную новогоднюю штуку сделала, вот реально, эпики в этом деле молодцы, респект им и уважуха. Я тебе, друзья, себе две прикольные игрушки присмотрел в Epic Games, это, ну, от компании, получается, Rockstar одну, Red Dead Redemption 2 онлайн, и... Tom Clancy, получится, на подобие КСК, там тоже, она от компании Ubisoft. Вот тоже эти игры посмотрел, они две онлайн. Я потом, друзья, их возьму по мере возможности и буду на канале у себя их стримить. Во! Все, друзья, погнали! Наша, друзья, задача, это все сделать и гребаную вот эту суку Мэри Келли, сейчас покажу ее, наказать, отомстить ей то, что она, друзья, мучает людей, пытает их, в чипы, почему-то, и чипы им в голову вставляют, это вживляют, наподобие как, помните, было вот этот самоубийц, когда люди контролировали, типа, ну, там, была бомба не в мозгу, типа, если он что-то не так сделает, бах, и взрыв, вот такая же, друзья, херня, она сука, в общем говоря, ну, а, друзья, выбора нет, маскировки у меня, друзья, нету, в принципе, можно пойти по-тихому, на самом деле, но, так, дворник, а, уборщик, ничего, пожалуйста, не делай, не ори, не кричи. Будь тихо, тихонечко. Так, друзья, ага. Камера, камера, хотя, в принципе, может и можно тихо пойти, а. Так, я попробую, друзья. Попытка не пытка, как говорится. Пойти по-тихому. Эй, эй, персонаж, пожалуйста, не тупи. Зараза. А, это тоже командир. Так, кто у нас? Так, это у нас девушка. Понятненько, по ней сразу видно. Ух ты, у нее полуавтоматический дробовик. Ясненько, ясненько. Так, ну-ка, тут у нас что было? И мне показалось. А, мне показалось. Сейчас, друзья, она свалит, а? Я хочу аккуратненько каких-то зайти. Либо уже налево и направо их поубивать. Ну, мне просто, друзья, сейчас позиция невыгодная. Сейчас она свалит. Эта сучка просто напалит меня. Так, этот дебил свалил. Она выходить не хочет, друзья. Я, в принципе, могу их убить. Вот, друзья, все. Так, один, этот, кто у нас? Это девушка, командир. Тоже девушка, боец Клана Келли. Угу. Отвлечь ее. Отвлекаем, отвлекаем, отвлекаем. Так, друзья, давайте. Мы с вами молодцы. Сейчас, друзья, я быстренько взломаю. В любом случае, друзья, эта фигнюшка мне пригодится. Класс, супер. Так, друзья, где? А, вот где, нифига себе. Аж где находится фигнюшка? Так, тут вроде бы больше никого нет, да? Ну, только внизу дебилы эти. Паника, друзья. Это тоже я взломаю. Тоже пригодится. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать классные крутые комментарии. И по мере возможности, друзья, заходить на мои стримы. Я, друзья, тоже по мере возможности вас всех поддерживаю. Захожу вам на стримы, поддерживаю по мере возможности. Так, исследование... А, исследование и разработка. Окей. Я, друзья, своих друзей не бросаю. Сейчас, друзья, пока вебку вырублю. Она сейчас просто пока, друзья, не нужна, пока мешает, а? Так, в прямом эфире. Это трансляция с нижнего подвального этажа под серверной. Ну что, кто хочет немного поразвлечься? Понимаешь, это смесь разных веществ. Я хочу. Ботулина, конотоксина, суцинилхолина. Но зачем вдаваться в подробности? Так, боец Клана Келли, Клинтон, Дэнни, Сон. Он не должен убивать быстро или вредить органам. Боже мой,
Это тут они вживляют микрочипы. Бэгли, мне нужны все эти записи. Я приобщу их к делу. Вот еще одна. Отрадно видеть, что здесь все стерилизовано. Не хотелось бы подцепить какую-нибудь инфекцию. Еще одна. Проблема заключается в конвульсиях, вызываемых микрочипами. То есть вы, мать, пацаны, понимаете, играешь в Том Клэнс, поэтому уйди. Наиболее уязвимы глаза. По предварительному анализу проблема заключается в микроразрядах. Так, Кассандра Литтон. Причиняемый мозговому стволу минимальный, сука. Конвульсии возникают. Я уже увидел все, что нужно. Вот они, суки тупорылые, друзья. Вот реально ублюдки. Для всех, кто в этом участвует, в аду приготовлен специальный котел. У тебя есть все данные по золотой гусыне и записи с камер наблюдения. Плюс доказательство того, что она была соучастницей террористов. Да, это сука, то есть это моряки или ей люди, а? Надеюсь. А теперь надо спалить все к чертям и отключить микрочипы. Отлично. Я только за. Так, получите доступ к северной золотой гусыне. К северной золотой гусыне. Да, друзья, я правильно прочитал, молодец. Так, где находится северная? Внизу. Ага, окей, понял. Сейчас, друзья, я быстренько вниз спущусь. Так, жалко, у меня бота-паука нету. Ладно, друзья, без него обойдемся. Так, как же мне попасть теперь вниз? Это вопросик, а? Да спокойненько будьте, чувак. Так. Взломать. Ага. Так. Вот это не то, друзья, это не то. Так, я взломал не то. Так, вот, друзья. Так, вот. Скачиваем. Скачиваем, друзья, ключик доступа. Он даже нам пригодится. Вот, друзья, как же качественно все-таки, что у меня есть такие классные друзья. Всем спасибо, друзья, за поддержку. Вы офигенные. Вам всем, друзья, желаю успехов в жизни и всего хорошего. Так, теперь. Да, блин, почему так далеко, а? Куда мне нужно? Зараза. Только сюда, что ли? Отключаю. А, я мог сделать либо бота-паука, но у меня бота-паука нету, а. А, все, понял, лестница идет вниз. Так, лесенка. Лесенка, где-то еще лесенка. Так, и где лестница? А, вот, скорее всего, она. Открыто. Ага. Да. Я молодец, друзья, я красавчик, хорошо вы... Ай, красавчики, вот молодца. Ай, молодец. Лао, я точно не могу просто уничтожить эти сервера. Молодец. Загрузите данные сервера. Окей. Молодец, Димон. Красавчик. Так, дальше что? Так, устроите перегрузку серверной, чтобы уничтожить их. Ладненько, давайте. Как я люблю взламывать, друзья, эти фигнюшки, а? Просто обожаю, а? Так, как тут тебе попасть, а? Или как-то не попаду? Мне это бот-паука. Ну, друзья, вот он и бот-паук, друзья. Вот он. Супер. Давай, бот-паучок. Ты мне нужен. Ты у нас, друзья, тоже главный герой. Вот в данной игре вообще. Вот, друзья. Сейчас бот-паучок у нас все сделает. Без него, друзья, я не справлюсь. Я в него верю. Так, ага, вот, так, это не туда, это куда вообще, я правильно вообще иду, просто интересно, ого, ловушка, я успел пройти, друзья, так мне просто интересно, реально правильно иду, походу нет, друзья, я походу неправильно иду, или правильно, я уже не понимаю, друзья, тут столько лабиринтов, а? Так, и куда-то лабиринт идет. Походу, друзья, не то место или то. Серьезно, я открыл место, где я нахожусь. Епатикова врать, и с какого хера это пришел. Капец, ну на какого фига должен... Ёб твою мать, а. Вообще не то место, а. Как мне сюда попасть, а? Я че, получится, бот-паук мне не нужен, что ли, а? Я, получится, без него справлюсь, да? Только что он по стенке лазить не умеет. Блин, бот-паук, почему он не умеет лазить по стенке, я не понимаю этого. Вот реально, друзья, какого? Что он вообще умеет, а? Просто интересно. Прыжок, и больше нихера не умеет. Да ёб твою мать. Друзья, он не может просто, спать, залезть сверху. Это капец, друзья, ну что это за фигня? Каким образом? И нафига-то он мне нужен, если он что-то сделать не может, а? Так, тут получается тупик, я же тут уже был, да? Так, тут нет выбора, типа, да? Ну-ка. Сейчас посмотрю, друзья.
Надо быть внимательнее. Да нет, друзья, тут нигде такой фигнишки нет, а? Тут нет выхода. В смысле? Нет, друзья. Эта фигня бесполезная. Ну, бьет она током. А толку есть, но опять не туда ползу, друзья. Опять же туда, где я был. Поэтому вот паук бесполезен, а? Я что, должен сам все... И каким образом... Вот я балбес, а? Ну, друзья, бывает, а? Думаю, вы меня не осудите, а? Так. Угу. Сейчас. Так. Опа. Молодчина. Красавчик. Так. Вот, друзья, вот так вот, а. Так, и теперь, получается, последняя, это у нас где камера? Еще камера. Ага. Так, ну тут неудобно, друзья. Во. Вот, друзья, как тут все сделано. Тут, друзья, не халям-балям. Ой, я помню, друзья, как я в первой части морался с этой штучкой-дрючкой, а. Так и не помню, какая миссия была, друзья. Я просто конца игры не прошел, потому что у меня в то время компьютер не тянул Watch Dog. Так. А теперь можно? Выполняется... Выполнить обход... Обход защиты. Я вроде бы везде сделал. Так. Эй, я вроде бы везде сделал. А где не так? Где не то? А, все-таки, друзья, можно паука пустить. Я и сюда можно пустить, а? Твою мать, Дима. Так, и где? Где? Я вроде бы везде сделал. Так, где-то не сделал, а? А вот только где? Так, там дебилы сверху ходят. Так. Где я еще не сделал? Я не понимаю. Где? Так, обход защиты. А где? Я вроде бы синяя везде горит. Так, я что-то, походу, скорее всего, не сделал, а. Раз явно не могу это сделать, получится, пока взломать, а. Можно взломать компьютерный терминал. Так, и каким образом? Где? Так, это не то. Так, я же говорю, что я не сделал, а. Балбеса. Во! Повышение напряжения. Ай, я красавчик, друзья. Ай, молодца. Ай, супер, а. Какой же я молодец, друзья. Я просто молодец. Просто, друзья, я немножечко тупанул. Я не то, не отрицаю, но, друзья, я молодец, а. Сейчас, друзья, вырубаемся. Микрочипы отключены. Полагаю, золотая гусыня спеклась. Бэгли, твои шутки все хуже и хуже. Уходи оттуда, иначе повторишь судьбу гусыни. Ага, уже. Уже повторяю, а. Твое рождение, а. Сейчас ты, сука, у меня. Да тебе, сука, кранты, а. Молодец, Димон, красавчик. Так, друзья, все. Покиньте область, окей. Так, друзья, я хочу их всех убить, а. Я люблю этих, сука, дебилов убивать, я просто обожаю, а. Будто командир Кейля, друзья, командир, сука. Так, давай, Димон, давай. Угу. Тут, правда, здесь окончена у моего персонажа маска. Совершенно говно. Так. Взлом. Так, ну тут что-то бесполезно все равно, да? И нафига сюда я его взломал, раз он нахер не нужен, а? Так, ладненько. Вот сюда. Пускай он тут будет. Ладно, черт, друзья. Сейчас я быстро убью и все. Я хочу убить это. Я хочу реально сам. А. И понятно, друзья, что я могу спокойненько уже свалить. В принципе, покинуть область, друзья. Но я хочу всех убить, а. Сейчас. Угу. Это, сука, меня еще... Ай, это, сука, дебил. Капец, я мастер, а. Так, это я взломал, по-моему, да? Да, взломал. Все, друзья, теперь можно спокойненько сваливать, а. И теперь, друзья, я могу отсюда свалить. Вот, друзья. Говорится, Дима молодец, красавчик. Так, ну-ка. Можно это перелезть, да или нет? Могу. Вау, супер. Так прям в воду, друзья. Вот я молодец, а. О, красавчик, а. Сейчас, друзья, я быстренько покидаю область опасную, как говорится. Этого достаточно, Датсек. Я сейчас же поеду в офис генерального прокурора. Нельзя терять время. Мэри Келли наконец получит по заслугам. Спасибо. Не подведи нас, Кейтлин. А что будет с теми, кого чипировала Келли?
Нельзя же их просто бросить. Мэри Керри вот-вот поймет, что ее рабы теперь не рабы, а потенциальные свидетели. Нужно помешать ей, пока они опять не сменили статус и не стали трупами. Так рисковать нельзя. Пусть это спутает планы Кейтлин, но нам надо помочь беднякам, жизни которых все еще зависят от Мэри. Бастион клана Келли находится в Сэндстоун Резиденс. Я отметил на карте. Ага, понял вас, друзья. Да, так, друзья. Угу, задание рынок закрывается, выполнено. Молодец, друзья. И молодец, Димон. Так, падение Олимпа. Друзья, следующая миссия будет называться падение Олимпа. Я, друзья, потом выполню ее, потом доберитесь до Мэри Келли. Я сделаю это все потом, друзья. В этой миссии, друзья, я так уже все молодец, что хотел, сделал. Сейчас, друзья, я что хочу сейчас в этой миссии сделать. Так, а я хотел, друзья, так, если не ошибаюсь. Так, это не то место. Так, вот, друзья, что я хотел сделать, получается, в этом районе, да? Вот. Сбор лик, друзья, я хотел сделать. Я так, можете телепортнуться? Пока невозможно, да? Жалко, друзья, жалко. Так, друзья, я это хотел реально сделать, молодец, так. Маска говно, снимай ее, она реально унылое говно. Блин, жалко, вот реально проблема, друзья, большая есть у Вальжика Легиона, это плохая оптимизация. А вот сейчас, друзья, все жалуются люди, что плохая оптимизация Киберпанка у Xbox и PlayStation 4, ну, стареньких. А вот сейчас, друзья, большая проблемка именно, блин, у ПК-версии Вальжика Легиона. Тут плохая оптимизация, друзья, и она нифига не улучшается. Так как игра тупила местами, так она и подтупливает. Только что, друзья, вождёки по четвертой части на ПК багованные. Не знаю почему, с чем это связано, друзья, но так это и есть, а. И не болей. Так, жалко, что денег кидать не могу, а. Так, ленчить его, отвлечь. Да зафига отвлечать, а. Извини, я денег тебе не могу дать, а. Почему-то не могу, а. Хоть мне, конечно, не жалко, но не могу. А, друзья, следующая миссия будет называться «Падение Олимпа». Да убери. Доберитесь до Мэри Келли. Вот, друзья, в следующей миссии я до этой гребаной Мэри Келли доберусь. Надеюсь, друзья, я ей пулю в голову пущу. Бах-бах, требедох. Сейчас, друзья, так, где наша миссия находится? Ага, недалеко. Так, Точил. Дебил Альбион. У него классная пушка, друзья, но он дебил. Так, друзья, я побежал, позанимаюсь спортом. В принципе, друзья, вообще недалеко у меня до моего здания. А, вообще недалеко. Крутяк, супер класс. Тут даже, друзья, машину брать не нужно. Сейчас. Надо же, друзья, иногда побегать, а. Надеюсь, друзья, меня хорошо видно и хорошо слышно. Только что реально большой клиги, он немножечко, говорится, друзья, подтупливает. Вот, друзья, следующая миссия реально будет интересна. Эта миссия, друзья, была, ну, такая, ну, чисто говоря, ну, не особо интересная. А вот, друзья, 27-я миссия будет очень интересно, я уверен, потому что, друзья, я Мэри Келли буду убивать. Ну, может, надеюсь, мы ее убьем, а? И спасем, друзья, людей. Это самое главное, убить Мэри Келли. Нет, спасти людей и убить Мэри Келли. О, так, освободим район. Да, конечно, я только за освободить район. Так, тут, друзья, нужно пустить борта паука, а нет, я могу тут сам пройти. А что на него ломается-то? Ну-ка. Действуем по инструкции, прием. Вот, друзья, офигенно, красавчик, супер. Сейчас, друзья, быстренько. Маска реально говно у моего чувака, я поменяю потом ее. Красавчик, давайте. Сборлик. Закрываем, пушку убираем пушку. Так, скачиваем на всякий пожарный. Ну, мало ли нам может этот ключик пригодится, друзья. Просто сейчас реально заходим от власти Мэри Келли, ну, клана Келли, освободить. Молодец. Так, друзья, давайте поднять улики. Ага. Так, испытание выполнено, сбор улик. Ага, вау, друзья. Волнение на... Стоит. Твою мать, этого я не ожидал, друзья. Что это, Бэгли? Флешка. Видимо, из той груды мусора. На ней содержится доказательство того, что Альбион выбирает в качестве целей простых людей и пытается помешать местным организовать сопротивление. Возьму на заметку. Это может пригодиться. Так, задание начато. Бей или беги. Ого, нифига себе задание, бей или беги. Мы сделали все, твою что могли, чтобы пошатнуть позиции Альбиона в Хакни и Слингтоне. Дальше без помощи никак. И что же нам теперь делать?
Но я слышала об одной активистке, которая хочет с нами встретиться. Говорит, что наш пример вдохновил ее, но теперь ей нужна наша помощь. Нужно пообщаться. Блин, мать, а. Встретись со заместителем Дэдсек. Да ёб твою мать, а. Здесь не до этого, совершенно не до этого. Твою мать, они заколебали. Я не думал, что такая жопа будет, друзья. Охереть, сколько этих ублюдков, а. Сами своих же валят, друзья. Вот молодцы, а. Так, друзья. Опа-опа-па. Сори, девушка, извини, прости. Прости, пожалуйста. Зараза. А, блин, конечно, тут вообще неудобно. Бля, как же тут неудобно. Да, на байке тоже тут неудобно угонять, а. Тут учиться, то, что тут везде гребаные херни. Блин, боюсь, я. Ого, нихера себе, а. Охереть, друзья, охереть. Ёб твою мать, ну и миссия, друзья. Ой, ну и класс, друзья. Ну я погоню веселую устроил, а. С гребанными алибионовцами, суками. Охереть, а. Надо, друзья, надо срочно сваливать, а. Друзья, ну, я 26-ю миссию завершил. Мы, друзья, все, что могли, сделали, добыли доказательства. То, что Мэри Келли ублюдена, что она пытает людей. Сука. В следующей миссии, друзья, я ее убью. Да, я убью ее, друзья, и спасу людей. Это уже будет 27-й миссия. Все, друзья, я свалил. Так, это я понял. Так, друзья. Я быстро кое-что поверю, а. Так. Подожди, так, встретись со свидетелем. Ага, досек. Бей или беги. Ну, то есть это уже будет потом, следующая миссия. Ну, 28-я будет бей и беги. А 27-я, то есть у нас будет миссия вот эта. Падение Олимпа. Я тебя, сука, Мэри Келли, должен буду нагнуть. Вот что-то я ей, друзья, показал. Ах, я рад, друзья, что я нагнул эту сучку, а. Реально рад. Так, друзья, команда. Кто у нас еще новенький появился в команде? Так, блин, как-то надо убрать еще кого-нибудь из команды у меня. Кто мне особо не нужен, а. Зараза. Так, досье. А то просто почта, друзья, больше себе людей взять не могу в команду. Тут почта ограниченное, друзья, ну, количество людей, агентов можно себе в команду завербовать. Очень супер, друзья, 26-я миссия была, ну, не особо интересная, сама основная. А вот, друзья, вот эта погоня, друзья, с Альбионом, мне понравилось, реально класс. Хорошо, что, друзья, меня не убили, а? Реально хорошо. Супер, друзья. Только что я радио не выключил, теперь получу авторские права. Зараза, то есть, типа, я использую музыку с авторскими правами. Ух, так. Блин, рынок, а, друзья, 26-я миссия под названием «Рынок закрывается», завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, мои офигенные друзья, не болейте, не скучайте. Я вам всем желаю всего хорошего. Друзья, мы скоро с вами увидимся, друзья. Я друзья, уверен, что через пару миссий мы наконец-таки доберемся до финала. И узнаем, кто же все-таки, друзья, возглавляет организацию «Нулевой день». Так, поблизости есть задание, не отслеживается, спасите его друга. Потом это сделаем. И все, друзья, в принципе, все в команду себе людей больше не могу завербовать. Все, друзья, в следующей миссии я убью Мэри Келли. Всем, друзья, пока-пока. Вы лучшие, охеренные, супер-классные друзья. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.